Что ты здесь делаешь? Скучала по мне? По телефону разговаривать неудобно. Что случилось? Это ты помог мне устроиться в культуру Джауши? Ты узнала, значит? Так это ты сфабриковал данные для Феникса сегодня утром? Да. На самом деле, я раньше думала, что... Пока я много работала, даже если бы продвигалась медленно, шаг за шагом, однажды я стану хорошим карикатуристом. Сама. Но почему ты позволил, чтобы это случилось так быстро? Я даже не имею права на все это прямо сейчас. Мне жаль. Я не хотел скрывать это от тебя. Я просто хотел, чтобы ты сконцентрировалась на том, что любишь. На самом деле, даже без меня, ты можешь проникнуть в культуру Джауши. То, что я сделал, было вишенкой на торте. Ты должна верить в себе. Это не вишенка на торте. Ты строишь мне лестницу и отправляешь прямо в небо. Чем выше я летаю, тем сильнее падаю. Ты не понимаешь это? По сравнению с серийным изданием в интернете, работать в приличной компании и заниматься любимым делом, разве не беспроигрышная ситуация? Приличный? Так ты думаешь, если я пожну там, где не сеяла, и найду работу, о которой другие даже не мечтают, это прилично? Кроме того, я никогда не чувствовала, что мне неприлично или постыдно. Серийно выпускать дома, так? То, что ты называешь порядочностью, игнорирование всех моих усилий. В твоем мире высшего класса даже привязанность может быть использована как козырная карта. Это не то же самое. Почему мы говорим об акциях? Я делаю это для твоего же блага. Разве нужно так злиться на меня? Ты думаешь, что с тобой поступили неправильно? Давай расстанемся и немного остынем. Поговорим об этом позже. Нет, мы не можем расстаться ни на минуту. Я сказала все, что нужно. Можем обсудить это и проясним сейчас. Я все прояснила, но ты меня не понимаешь. Ты пытаешься меня задержать?